Очень приятно выглядит, приятно пахнет. Такой достаточно жесткий сам по себе. Ощущение стянутости, как от глиняных масок. Так, не скупясь, кладу. Вот 10 минут достаточно. Такая красивая, золотая. Выглядит это очень странно. Очень странно. 100% растительная плацента от фирмы Флорисан. И вы этой пипеткой набираете, также сыворотка. И способствует также восстановлению поврежденных тканей. Я прям чувствую, как кожа напитывается. Всем большой привет! Сегодня я хочу показать вам свои бьюти-находки из магазинов Лента, Фикс Прайс и Ашан. Бюджетным, но при этом очень качественным и хорошим продуктом. И также мы с вами попробуем кое-что новенькое сегодня, то, что я еще ни разу не пробовала. Скорее подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео и давайте начнем. Первое, что я вам хочу показать, это вот такой крем-скраб для лица с натуральным экстрактом лаванды от бабушкиной аптеки. Средство действительно оказалось хорошим, я его пробую уже не первый раз. Оно очень приятно пахнет. Сам скраб, он очень мелкий, но при этом жесткий и хорошо очищает лицо. Мне он очень понравился, и сама консистенция кремовая. Все очень классно, цена бюджетная, отличный вариант. Покупала я этот скраб в магазине Ашан. Такой скраб способствует обновлению клеток, бережно очищает вашу кожу, при этом очень приятный. Так что рекомендую, обязательно попробуйте. Давайте его нанесем вместе с вами и посмотрим, как он работает. Пахнет лавандой. Наливаю прямо на руку. Нежно-фиолетовый. Очень приятно выглядит, приятно пахнет. Так, достаточно мелкие, знаете, частички вот эти скрабы, но жесткие. Я иногда массирую щеточкой скрабы. Но когда вот он такой достаточно жесткий сам по себе, то лучше щеточкой не надо, чтобы не травмировать лицо. Если скраб более мягкий, то я еще также щеточкой это делаю. Прям очень приятно пахнет. Он такой, как крем прям. Жирненький такой, приятный. Слушайте, ну бабушкина аптека меня прям радует. Мне нравится этот скраб. Он действительно качественный, и это чувствуется. И я умылась, кожа действительно очень-очень гладкая на ощупь, приятная. И здесь содержится натуральный экстракт лаванды, также в этом скрабе. 75 мл средства, достаточно большой тюбик, его хватит надолго. Ощущения после него очень приятные, кожа такая обновленная. Присмотритесь вот к такому средству от бабушкиной аптеки. Скраб хороший, я вам его рекомендую. И следующее, что я вам хочу показать, это вот такой продукт от бабушки Агафьи. Это маска для лица, очищающая на голубой глине и васильковой воде. Можно найти в магазине Лента, также я ее видела в магазине Ашан. Что понравилось мне в этой маске, что она медленно сохнет, и вот ее нужно держать 10 минут, и она за 10 минут не высыхает, и нет вот этого ощущения стянутости, как от глиняных масок. Она идеально очищает кожу, и мне кажется, что подойдет практически любому. Голубая глина содержит минеральные вещества, а также микроэлементы, которые оказывают противовоспалительное действие. Витамины группы А, Б, П. Также в масочке содержится васильковая вода, которая тонизирует вашу кожу. Давайте попробуем вместе с вами эту масочку, и вы сможете увидеть, как она работает. Так, не скупясь, кладу. Я эту масочку уже практически использовала полностью. Обычно глиняные маски такие жесткие. Ну, не знаю, после них у меня кожа даже чрезмерно сушится. Эта масочка такого эффекта не дает. Вот как будто глина на кремовой основе, знаете. Она очищает, но при этом не сушит кожу. Только 100% натуральные ингредиенты. Я маской действительно довольна и думаю, что буду брать такую еще. Как и написано, 10 минут, так и держите. Не надо ждать высыхания маски. Вот 10 минут достаточно. Все, пойду умываться. Попробуйте обязательно эту маску. Если у вас жирная кожа, то вам она подойдет. У меня кожа комбинированная, и мне масочка тоже отлично подходит. Кожа полностью очистилась. Нет никакого жирного блеска, либо ощущения, что кожа жирная. То есть полное очищение. На лето идеальный вариант для того, чтобы ваша кожа оставалась чистой. После такого глубокого очищения кожи, как мы с вами сделали, обязательно нужно кожу увлажнить. И для этого подойдет отлично маска для лица с биозолотом. Такую масочку вы сможете приобрести в магазине Ашан, либо на сайте AliExpress. Интенсивно увлажняет кожу, содержит гиалуроновую кислоту и экстракт морских водорослей. Данная маска работает именно на увлажнение кожи, разглаживает морщинки и подтягивает кожу. Эту масочку я пробую в первый раз, так что давайте нанесем ее на лицо и посмотрим, как она работает.
я ее распаковала. О, она такая прям гелевая. Очень приятно пахнет таким кремом каким-то. Очень-очень ароматная она. И немного жидкости, она прям капает. Даже, видите, такая красивая, золотая. Ребята, я одела маску. Посмотрите, как это странно выглядит. Просто удивительная маска. Рекомендуется делать ее 1-2 раза в неделю. И всего 10-15 процедур для максимального эффекта. Выглядит маска очень-очень красиво. Я прям даже не ожидала. Она была обратной стороной и так вот не переливалась. Очень маленький разъем под губы, честно говоря. Но жрать не буду, пусть так будет. И еще такую масочку нужно держать 20-30 минут. Не думаю, что вы с ней сможете ходить. Она потихонечку сползает. Не сильно, но все равно такое есть. Поэтому я думаю, что с ней лучше даже полежать. Вот здесь, в этом месте, около глаз, хотелось бы тоже увлажнять, но она там вздувается, если я сижу, потому что она начинает сползать. А так я смогу лечь, и вот здесь тоже будет хорошенько увлажняться. Ну как я вам, красотка? Выглядит это очень странно, очень странно. Думаю, масочку можно уже снимать. Давайте посмотрим на эффект. Эта маска увлажняет намного сильнее и, по-моему, она намного эффективнее, чем обычные тканевые маски. Что же будет после 10 применений, если после первого применения кожа такая приятная и подтянутая? Обязательно попробуйте такую масочку, я уверена, что вам она точно понравится. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это вот такая сыворотка красоты. 100% растительная плацента от фирмы Флорисан. У меня уже не осталось упаковочки, я практически допользовала эту сыворотку, брала я ее в фикс прайс. Также я видела такую же сыворотку в магазине Лента. Сыворотка омолаживает кожу, питает и увлажняет, и также стимулирует синтез коллагена в вашей коже. Сыворотка работает на коррекцию овала лица, также она разглаживает морщинки, способствует восстановлению кожи, усиливает регенеративные способности кожи, ну, также способствует выработке коллагена, замедляет процессы старения и способствует естественной эластичности кожи лица. Сыворотка имеет довольно густую консистенцию, она удобна в нанесении, так как здесь содержится вот такая пипеточка, и вы этой пипеткой набираете. Также сыворотка в стеклянной баночке, что тоже плюс. Мне не очень нравятся косметические средства в пластике, и то, что это стекло, это уже хорошо. После применения кожа действительно становится гладкой, бархатистой, очень имеет сыворотка приятный запах, поэтому давайте вместе с вами нанесем ее на лицо, и вы посмотрите, как она работает. Я практически уже ее использовала, у нее очень приятный запах, давайте вместе с вами ее нанесем. Она очень хорошо распределяется по лицу, кожу увлажняет, очень питает, разглаживает все мимические морщинки. Эта сыворотка действительно работает, и цена приятная, так что обязательно попробуйте эту сыворотку, если еще не пробовали. Рекомендую. Последнее, что я вам хочу показать на сегодня, это вот такой акваспрей, увлажняющий с гиалуроновой кислотой. Данный спрей я брала в магазине Лента, там он точно есть. Здесь около 200 мл средства, и на лето, я считаю, это просто must-have для каждого. Данный спрей дает отличное увлажнение вашей кожи, не дает ей пересыхать в жаркие дни, помогает контролировать естественный pH кожи. Можно наносить как на очищенное лицо, так и сверху поверх макияжа, просто для увлажнения и чтобы кожа себя летом чувствовала более комфортно. Рекомендую поставить его в холодильник, он будет прохладненький, это вообще очень удобно. Также я часто беру его с собой в поездки, в дорогу, защищает от негативных факторов и препятствует старению кожи. Акваспрей содержит чистую гиалуроновую кислоту, благодаря которой, собственно говоря, и утоляет жажду кожи в летний период. Он помогает коже удерживать влагу в верхних слоях и способствует также восстановлению поврежденных тканей. И также на 99% это средство состоит из воды на основе морского источника. Давайте попробуем его вместе с вами. Я прям чувствую, как кожа напитывается живительной влагой. Очень-очень приятный, кстати, запах еще также имеет этот спрей, так что рекомендую. Бегите скорее в Ленту, хватайте такой спрей, летом это просто must-have, он вам обязательно пригодится, советую, рекомендую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, другие интересные видео. Видео у меня выходят очень часто, регулярно, и увидимся с вами очень скоро в новых видео. Всем желаю хорошего настроения, выгодных покупок, оставаться молодыми, красивыми и прекрасными. Всем счастливо и всем пока-пока!